возьмет за жабры. О, что-то рыбы захотелось. Ну так как? Нравится тебе новая квартирка? Позлорадствовать пришли. Ого. Ну, если хочешь, можем сразу перейти к делу. Мария? Доктор Гетц, мы в курсе ваших трений с руководством АИН. Если вы о том, что меня понизили, это интриги завистливой стервы Рапачини. Значит, и Моника от тебя не в восторге, а? Ей что, пришлось не по вкусу твое фиаско с тахионами? Я ничего не говорил о тахионах. Да ладно, чувак. Все эти бури, всплески радиации. Не твоих рук дело? В прошлом. Но я никогда бы не пошел на такой риск. То, что делает Рапачини, чистое самоубийство. Теперь я звоню адвокату. Что? Ну, я сомневаюсь. Хотя это теперь уже и не важно. Я ведь отсняла твою физиономию. Осталось загрузить ее в генератор голограмм, и все ваши системы будут думать, что я — это ты. Понимаю, почему Рапачини так тобой интересовалась. Впечатляющие навыки. Как это интересовалась? Прямо бредила тобой соколиным глазом. Досадно, что ты выбрала не ту сторону. А по-моему, вполне себе ту. По крайней мере, не за решеткой. Ну все. Конвой. Не обращай внимания, они вечно морочат голову. Может, но с этим нужно разобраться. Надо узнать, что накопали во имя, следя за Клинтом. Ну, мы поможем. Вы дали понять, какие у вас цели. Клинта среди них нет. Я понимаю, вам надо мир спасать. Вы не можете все бросить. Но я друга не брошу. До скорого.